Анонс и точная дата выхода 160-й серии турецкого сериала «Мафия не может править миром». 160-я серия сериала выйдет в эфир 17 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что Хызыр пришел в ярость от того, что кто-то решил начать войну. И тогда он решил выдвинуть ультиматум. Либо этот человек будет наказан, или же смерть начнет входить в каждый дом по очереди. Когда все приглашенные собрались за круглым столом, то никто из них не знал, зачем именно их созвали сюда. Вскоре один из присутствующих говорит о том, что Хызыр приказал собрать стол для того, чтобы принять единогласное решение в отношении дальнейшей судьбы Борана. Если же состоится голосование, то присутствующие намерены отстаивать четкую позицию, ведь предательство все же было, и тому есть существенные доказательства. Сам же Хызыр приготовил ловушку и расставил снайперов, которые по его приказу начнут убивать тех, кто посмел его так подло предать. Хызыр говорит о том, что кровь должна быть пролиться послезавтра, а если бы это случилось сегодня, то он бы утопил предателей в их собственной крови. Между собравшимися начинает возникать конфликт. Кто-то требует, чтобы больше не было лжи, а тот, кто посмеет выйти за эту дверь, может сразу же распрощаться со своей жизнью. Туфан, Насух, старший брат Биджо оказываются на прицеле у снайперов, и они должны будут получить по пуле в лоб. Таков приказ Хызыра. Напомним, 160-я серия сериала выйдет в эфир 17 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.